Награждение лучших работников, парады профессии, концерты и бесплатные аттракционы. В праздничных гуляниях по всей стране участвуют тысячи человек. Гродно этот Первомай встретил импровизированным парадом профессии. На главной сцене награды получили лучшие. Да и настроение приподнятое. Гродненскую область, как одну из лучших в стране, в этом году занесли на республиканскую доску почета. Лауреатов профсоюзного конкурса «Умельцы Брещины» выбирала профессиональное жюри. Сначала в трудовых коллективах, потом по всей отрасли определяли по многим критериям. В первую очередь оценивалось мастерство работников. В Витебске центральным местом праздника стала Площадь Победы. На сцену поднимались представители трудовых династий. Среди них и те, чей общий трудовой стаж приближается к отметке в 250 лет. Намного проще, наверное, когда на работе, да, возникают какие-то вопросы, их можно обсудить дома с теми, кто эти вопросы понимает, владеет ситуацией, знает специфику профессии. В Подникольском парке Могилева к празднику труда запустили 30-метровый фонтан. Для детей работали аттракционы. На парк в холле можно было даже встретить любимых супергероев. А самые талантливые поднялись на большую сцену. В Гомеле за хорошие оценки воспитанников школ-интернатов наградили поездкой в парк аттракционов. Это дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей. Многие с ограниченными возможностями. Улыбки и счастливые глаза – главная благодарность взрослым за заботу и внимание. Ой, с вечера собирались, и мылись, и глазились, и обувь чистили, и прически поправляли. Вот. И одним словом, волнительно это все приняли. И с радостью, с любовью. И, конечно, они понимают прекрасно, что есть очень много добрых людей, которые их опекают, им помогают. Повезло в этом году и с погодой, практически повсеместное тепло и солнечно. Отмечать праздник труда белорусы будут до самого вечера, а мы обязательно вам об этом расскажем.